Ну, я думаю, 3000 франков это новички, наверное, на бета-версии получают. Те, кто, ну, вот не очень популярны. Те, кто уже популярны, те, кто не боятся эмоций. В ТикТоке нужны эмоции. Мне вот эмоций не хватает. А в ТикТоке нужны эмоции. И вот эти видео эмоциональные, такие интересные, яркие, красочные. Они имеют много просмотров. И, соответственно, люди эти хорошо зарабатывают. Ну, вы знаете, кто у нас не боится рассказывать про свои доходы. Это наш всеми любимый панда. Посмотрите, он показывает, сколько он зарабатывает за неделю. Мои подруги зарабатывают тоже 2-2,5 тысячи в неделю. У них считается. И каждую неделю выводят. Но у панды, конечно, он профессионал, поэтому у него очень такие уже серьезные доходы. И не только квартиру можно оплатить, и учебу, и жизнь, и путешествие, и недвижимость купить. Я не знаю, как хотите, так можете потратить деньги. Но надо делать интересное видео.